Сегодня Молдова отмечает освобождение от фашистских захватчиков. Это великий день в истории нашей страны. Я хочу от себя поздравить всех граждан Молдовы, но в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны с этим великим праздником. С Днем Освобождения Республики Молдова. И вы все знаете историю Яско-Кишиневской операции. Я ее рассказывать, сейчас пересказывать в деталях вам не буду. Но я считаю, что раз сегодня последний день, как мы решили, что фонд будет дальше продолжать свою работу уже с другим названием, да, то именно чтобы фонд Рената Усатова именно с этим названием прекратил свою деятельность, приостановил, вернее, да, значит, я решил, что в этот день последнее, что мы можем сделать, да, то есть успеваем сделать с юридической точки зрения, это все ветераны Бельц, вы знаете, я всегда говорил о том, что ветеранам нужно помогать не только 9 мая, мы помогали и в период коронавируса, и 23 февраля, и на день освобождения Молдовы. Значит, ветераны Бельц получат из фонда, значит, премии 10 тысяч лей каждый. Ветеран Великой Отечественной войны – это самое маленькое, что я могу для них сделать.